Впервые в стране 27 августа состоялась акция «Ночь кино». Едва ли не самое масштабное событие года российского кино. В Чувашии акция прошла одновременно более чем на 120 площадках. Любители кино принимали кинотеатры, музеи, библиотеки, дворцы культуры, кинозалы под открытым небом. А прошедшие в Чувашии акции «Ночь кино» в нашем репортаже. Чувашская республика является одним из лидеров национального кино, отметил в своем выступлении исполняющий обязанности министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев, поздравив всех любителей кино с началом широкомасштабной акции. Хочу поблагодарить всех организаторов, наших молодых и наших ветеранов, которые действительно долгие годы трудились, скажем, в направлении кино, которые продолжатели были наших известных, это Кошкинский, это Мордвинов, и это, значит, многих я могу сегодня перечислить. Все-таки мы с вами будем возвращать кино народу. Как говорили раньше, земли крестьянам, а мы говорим, кино народу. Зрители увидели лучшие отечественные ленты, отобранные фондом кино по итогам зрительского голосования. Кроме основной программы, зрителям предложена новинка отечественного кино. Премьерный показ анимационного патриотического фильма. Фильм повествует о двух кадетах Суворовского училища, которые отправляются в Шотландию в Академию оккультных наук спасать своих соотечественников, детей из России. И сейчас показывают именно в Чувашской республике, его показывают только здесь, в архиве. У нас заключен договор, так что в течение года его смогут смотреть все желающие. В архиве электронная и кинодокументация развернулась и единственная в республике выставка кинотехнологического оборудования. Гости увидели кинопроекторы, кинопрокатное и киносъемочное оборудование разных лет. Кинопоказы состоялись во всех районах республики и повсюду собрали полные залы. Это еще раз доказывает, что в Чувашии живут настоящие ценители кинематографа. Именно таких зрителей встретила наша съемочная группа в Абашевском сельском клубе. Возрождение сельские местности кино своевременно. Кинофильмы хотелось бы видеть о любви к родине, о тружениках сельского хозяйства, что показывали и молодое поколение училось, и чтобы Кстати, на пресс-конференции в ТАСС министр культуры России Владимир Мединский назвал Чувашию одним из самых активных участников акции «Ночь кино». Родион Архипов, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.